поедет. Я тебе говорю, трэш, блядь, Т4 сам, не знаю. Ничего не знаю. А вот. Чё ты не танчишь? Всё, варф же починили. Я друидом, ты чё? Последний суммон по шаману даю. Три метки, сейчас... это танки будут. Блять, в рейде ни одного вара, блять. Он меня ходит время зайти на друид. Вар, вот он есть, будто пес, что тебе не нравится. Сейчас бага на вару зайдет. Ролл будете кидать сейчас. Мне надо ДК, чтобы снизу был. Это... Блять, я хер его знает. Три редру, ДЦ ФК, шаман не принимает. Тоже ФК. Шаман тут. Погнали, трэп. Три хилахи тут. Спасибо. Что-то ты балуешься, по-моему. Не знаю. Плохая для них трехина. Все на выходе стоят, блять. А в принципе, ты зайдешь туда и сдохнешь. Там просто у входа, блять, два вида. Хорошее начало. Короче, Войд, почистишь трёшь страж, когда заходить. Без предупреждения выйдет в ФК на трэш, получит сразу сотку. Это Эдвард, помнишь того хуйблёта, который нас кинул? Помню, он их сменил. Да, ну я уже это, в его гильдии, бля, всех заебал, чтобы они... А что ты забыл? Это гидли добоёб, по-моему. Я просто амуху и плёт хочу, блядь. Игру и форс. У них ГМ Дэвил, по-моему. Конченый на голову, блядь. Дайте каску под друидом. Почувствовал, когда дал каску и пробахал пол рейда. Так нормально. Специально у вас выход стал, да? Чтобы люди не сидятся. Чтоб, сука, второй пак не сагрил. То мы любим агрить второй пак. Вам гуляет.
хули мы ж контролить не умеем своих, да? Да не, воин, это ты. Затащи сюда еще. Сейчас кто-нибудь пета отправит, сагрит. Дисплейте, пожалуйста, если есть возможность, трэш. Лут кому не нужен? Сок из собычки. Шаманы контрольте вихрен. А вообще лучше сначала надо просто визит, это самое лучшее.
Залейте маны проход. Стойки много, маны тоже нет. Может, дух стаи кто-нибудь уберет? Кому-то там замен надо? Сам. Я сделал вам замену уже, суммоните там как трижды бьете. А, у меня пока боя не видно. Первая платформа я, вторая Мишка, второй внизу Хелфейн. Маги, дайте штруделей. И каску. С барабанов каску прожмете, когда всех суманете. За триганец. И что за триганец? Это пивасик. А. Тыкаем сумму. Никс остался. За триганец. Кем мне решить вопрос про Байера? Это Фарад и Кирс. Фарад и Кирс, они этим занимаются. У меня есть Байер, паладин. На любой токен Т5 голову, честь, ноги. А, меня все на замену поставили? Да. Надо было сказать, что вообще вредить ставить. Сантею по-любому какие-то куски нужны. Так, что там? Ну, бафы тут вроде все просто. Одни каски там, вар на АП. И по 5 а у нас шаман. Проникер твина будет здесь же делать 260. Я не знаю, я его в рейде не видел, смотря как он играет. Если это Холи Пал перспективный, то я был бы не против. Надо просто посмотреть, как он играет. С барабана в каску прожмите. Норси ты в кате. Чё, представьте робота. Луцинь, с Войдом, Шторм, с Андонидосом бегаете. Три остальных хила внизу, Хеллфейн внизу, трэш. Войд первая платформа, Андонидос вторая. Помнишь все, Андонидос, как что делать? Чек на пул. Рыбы не было. Не было, все поставил. Кирса можно поставить, а то эти два... Поставил байку. Рыбу. Ешьте. Ставьте Дживса там, если у кого есть. 10 секунд и чекаем. Чинитесь там. На позицию.
готов, готов. Все, подлетит и запустим. Сейчас еще, блядь, подлетит. Бегун на ту, на дальнюю. Тотем на РДДХ будет. Спасибо. Беги быстрее, быстро. Беги, беги, Мишка. В коте 30% скорости больше. Твоя платформа. Охуенно, да, подтолкнул? Да, вообще обожаю летать на этой хуйне. Ебаный тотем, сука! Эдвара, ты у тебя шли погонял вот это? Блин, Фарада, не кричи ты чё. Ну я не знаю, сразу это понятно, поставить. Что Миша один дома? Флут лишний заканчивается, а то ГП начислено, башка болит. Не, это хуйня вообще. А, впустите. К краю да, подойди, Антонин. Да я вон, да я на краю прям бегу, вот прям.
Я на боссе. Ты к нему подводишь, к ДКшнику, мелких. Ой, блядь. Десять процентов уколёк, не убейте его. Не бейте вообще, появится босс, убьёте. На пути. Сингер Таноти, Нарсия, Айзи, Переснити. Медведь, выйди. Блядь. Не восстань. Ты заберешь ДК следующих двоих? Пусть они на мне висят. Когда лужа падает, и босс идет к звездочке, на этом пути не стойте никто, потому что мелкие вас захуярят. Стоп, стоп, не бейте, не бейте. Не бейте. Заберешь пока. ДК забери мелкого. Скажите, пожалуйста, где он гуляет? На той че? Вон возле мини-карты. Вот куда звезда бежит, вот там, возле флага. Давай, арест. Ты смотри, что... Хель, Вася, хель, я арест. Прилетит сейчас метеор, блядь. Отходим. От метеора, от босса. Спасибо. Постоял в луже, маг. Сейчас взорвется.
аж 3 моба, да? Хуй забивайте на мобов. Приземлиться, Герзайч. Сейчас добью. Это как на Вальке. 95% хп у Вальки и Геру дают, блядь. Ну, это потому что 3 моба скопилось. Так-то там было 12 левов. А что там, переписали, что ли? Не знаю, дай сюда второй, третий спек, я лучше это. У всех по-разному. А у меня написано, дай сюда. У меня написано, дай сюда. Блять, я знаю, что у тебя написано, потому что это я писал. Дейдра, у тебя что, ШП, что ли, мейн спек? Или нет, у меня мейнспек ДЦ, у спек ШП, которым я не играю, а тринка с хостой не идет ДЦ, она идет холику. Mm-hmm. Поэтому в спек. Я могу забрать за ГБ, если принципиальный вопрос. Все равно у меня ЕП нет вообще. А этому Штурмсингеру надо эта хуйня, нет? Нет, это так, если никому не надо, могу взять. Понятно. Говно, поэтому, короче. Пора делать кнопку, никому не надо, но могу взять. Блять. У меня по роллу, короче, 93. Давай я этого кота роллю, я-то еще запасусь, блядь. Ну, я его жду. Ребята, громко объявляю, ушла на 5 минут ФК. Все там, Парада выиграл по роллу. Будь там Хелфейн тоже в танке на трэше, что хуй знает. Я, кстати, четвертый раз спрашиваю. Я не знаю, у кого мне спрашивать насчет байеров. Мне вообще кто-то ответит? Там надо спрашивать в рейде, надо кому эти куски. Линкуй в рейд ворнинг или просто в рейд чат. Спрашивай, вон там, Undead Worm писал, что ему грудак. Остальные молчат. Кому с робота ничего не надо? Первый плюс в рейд. Бля, чё за хуйня? По-моему, я тут хуёвый танк. Войт, иди танчи. Тут надо вар или пал. Так он меня атаками убил, обычными атаками. Так тут хилит два человека. Все хилы ушли ФК. А, классно. Куда уж Даларам, блядь, бишь? Групп лут поставь на трэш. Это просто обычное дело, я привык уже. У нас на трэше киллы отпокажут. В смысле, то есть сейчас идем перекур 15 минут, я правильно понял? Почему? Перекуров никаких не было. Почему? Кто там предупредил за АФК, тот и отошел. Кто будет просто так АФК, что ДПС хватит. Все да, надо осталось. Танка покрепче, я с двумя челами тут буду на каждом мобе умирать. Ну, я объективно, типа, полухил. У нас полтора хила, считай. Ну вот, вон Войт пока танчит, умрет, я перехочу. Войт не умирает. Почистить. Ты
мохнатая собака 93 кхп, нихуя себе, конечно, видишь, не умирает. Моб даже кастовать боится в меня. Видишь, он даже не кастует, бля. Ой, страшный серый вой. Друг лут поставь на трэш. Не дай мне просто рылку. Сейчас. У меня, короче, одного медленно качается, и я зайти без них. А вот. Да, зайди. Че он мне кастует, что-то не вкурил, а? Да ему сбивают карты, что-то такое. Сейчас тебе. Выходите, порежь. Рыло перекинул. Лут там поменяй. Эх. Порал, пацаны. Держи. Тих, сука. Для кого показываем? Не знаю. Подожди, интересно. Чё с просто отцом? Захожу, говорю. Грудак, Навара, кому нужен в рейде? Смотрите, этому мобу белому надо сбить каст, иначе он сильно бить будет. Имейте в виду, там лесова или какой-то зуботычный сбейте. Вот этому череп поставят. А, блядь, ассиста нет. Белому вот этому петуху. Сейчас будут кастовать, сбейте. Бар это что? Бар друг ДК, ну там уже пишешь, что надо. Бар в полете. Киньте хорошенько на фул. Сначала белых чистим. Кас сейчас будет бить. Thank you.
Благо, а чё мы без каски? Барабаны есть. Ну, тут стоячий босс. Крикнуть можно, тотем есть. Лучше спросить девушка, или где Ванилька. Ну, завтра был сегодня, где-то часа два назад, я не знал, что... Блять, я не понимаю. Чего у тебя водится огром? А, ты зохаш? Почему медведь танчит мелких мобов, когда он, блять, большой по рейду бегает? Хуй знает, на мне большой моб, он по пол хп сносит. Пол хп нету, отхил идет только омоложением каким-то, блять. Что, нельзя покастовать три друида? Поспамить, блять, одного танка, или что? Ну, посмотри свой аккаунт смерти, как тебя хилили. Я знаю, как там хилили, блять. Вот тебя не спас мой щит, смотри, тебя не спасли от кирдру, потому что по тебе въебало тычку 84 тысячи. Печальная история. Так хп-то у меня 100 тысяч, блядь. 81, вот смотри. Потому что баф... По бафам будет 83. Это будет. Дека от них. У нас же есть фар. Пожалуйста. Барш умеет жить там, Трифлик? Зуха десятка и аркан магии среди. Не прохил. Тоже не теперь, блядь, без протика, нахуй, на бофф не убить. А какой протик? Это может сделать любой вар. Чё там с холипалом? Очнёшь, да, кстати. Смерти могла холипалом взять после первого. Как раз тут нужен хил. Вот же есть холипал на замене, зачем мне заходить? Закиньте его, блядь, как раз проверить. Блять, ты в Дисе пронял? И чё, и... какой у тебя там холипал, сколько хилит? Кто-то видел его холипала? Я могу зайти. Я просто посмотри, сколько у него маны, какой у него монопул и какая хоста. И все. Это достаточно. Да, понять. Это Оня, а это ОКЗС, блять. Контент, блять, 270. Ну дальний ваш. Вот этого первого зергайте. Мобы гуляют, рейд, танки, что с вами? Заходи, конечно, сюда мы здесь полипало. Нахуй нам три аэродрома. Бейте, бейте, бейте. Создаете себе высшего эльфа, там есть отражалка. Боишь. 42к мана неплохо, а хосты сколько? В рейдворнинг клинкую, кому это надо, на мейнспек плюс мумишку. На мейн или на оф? Мейн. 700 хосты — это хрень. На уф, на сову бы взял. Это... Так какой у нас хулипал будет? Беспонтовый 246 или нормальный у телеграмма который?
Так какой 246? Куда 250. Нахуй? А зачем нам пал в 700 хосты? У тебя сколько телеграмм там хосты? Около 1000 где-то вот так. Может 1000 с копейками. А тебе надо что-то с боссом? Нет, не нужно. Ну давай заходи, то хули пала. А вы Норси нормально слышите или тихо? Нормально. Я всегда тихо слышно. Она тихо. Просто очень тихо, прям, как будто она шепчет. Я как ты кричать не буду, сразу говорю. Вага, дай там ассиста. Не, просто Настя иногда хорошо, иногда вот тихо. Ставьте шкаф. Че, мы без саппорта убьем эту хуйню, да? Да. Я насчет двух танков не уверен. Насчет трех тоже хуй его знает. Два медведя справитесь, ничего страшного. Так. На пулы есть. На пулы, на пулы да хуй еще. Хуй знает, играет эта роль или нет. А погодите, Баха, сейчас хулипал идет. Агронабор у медведя не такой уж охуевший. В смысле? Ты 4-4 там нормальный агронабор. А ты в курсе, Войд, что медведя надо танчить, чтобы примерно? Нахуя? Ты больше аграбов? Хилы тоже без сопротов. Ну там по желанию, типа, ну с банка мы не берем здесь. Это самое. Фулл баф, там чек на пул, два паладина теперь в рейде, смотрите. У тебя каски. Это рыба. Нет, а все вижу. Первый у тебя трение ППшное. Первый на пул, давайте на кружок. Все на пулы. У него 4 куска, не больше аграбы.